Здравствуйте. 8 декабря, 9 лунный день, созвездие Барсуат с элементом воды. День священнослужителя благоприятен для обучения высшим знаниям, давать наставления, принятия учения, обеты, медитация, размышления о смысле жизни, обращаться к учителям, наставникам, изучать сакральные тексты, печатать книг, дальнюю дорогу, определять место строительства, работы с железом, создавать формы, дизайны, усмирение негативных проявлений. Ребенок родится в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, материальным достатком, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, имеющим силу устранять негативные проявления. День неблагоприятен. Переправляться через реки и воды, ловить рыбу, отдавать невесту, обещания, передвижение войск. Благоприятен для людей родящих год, дракон, обезьяны, неблагоприятен годам, зайцы, лошади, курицы. Наверим березки, дынкур дуане, комбангурский сон, диважен дуане, чуване сунды. Верьте в себя.